Всего 10 дней осталось до окончания приема заявок на участие в проекте «100 школ». Так, в учреждениях, которые долгое время нуждались в реконструкции, проведут капитальный ремонт. Конкурсная комиссия должна решить, какая школа нуждается в финансовой поддержке в первую очередь. Добавлю, за 3 года в рамках проекта удалось обновить состояние около 500 школ. Проект реализуется в республике с 2018 года и финансируется правительством, муниципалитетами, а также меценатами. В этом году на его реализацию из республиканского бюджета направлено 200 миллионов рублей, сообщает Минэкономразвития Дагестана.